Здравствуйте, дорогие друзья! С вами разжевала Наталья. Итак, у нас последняя часть, которая касается вышивки колосков и не только колосков в обычном таком виде. Но и вот сегодня мы будем вышивать овес. То есть тоже злаковая культура, которая довольно часто встречается на принтах. За основу я возьму вот эту вот картинку, презентации вы видели и фотографии овса, как он выглядит. То есть каждое зернышко, можно сказать, что бывает закрыто вот такими двумя чешуйками, и тогда видно бывает среднее зернышко, либо бывает просто две вот эти чешуйки, и тогда не видно внутреннее зернышко. То есть в каких случаях мы можем делать два стежка, в каких случаях мы будем делать три стежка, когда видно вот это само среднее зерно. Итак, мы будем использовать сегодня вот такую более бежевую, коричневатую ленточку. То есть я, как говорила, на разных колосках использую разный цвет. И вы как раз можете посмотреть, какой из них вам больше нравится, как лучше смотрится. Вот можно такой вот чуть посветлее коричневатый цвет использовать, бежевый. То есть чаще всего на картинках мы видели, что у овса вот такие, когда уже зрелые тернышки, все вот это соцветие, оно такого коричневатого цвета. Для стебельков можно использовать как нитки мулине, так и нитки ирис. Потому что здесь есть часть, где более толстый стебелек, есть части, где более тонкие стебельки. И сейчас мы посмотрим также разные способы, как можно этот стебелек сделать с помощью разных швов. Итак, вот здесь у меня осталось небольшое место, где как раз у нас и будет овес. То есть я, опять-таки, сам исчезающим маркером буду наносить здесь рисунок. То есть нижний стебелек у нас потолще. Дальше могут отходить уже боковые какие-то стебельки, но чаще всего идет все равно центральная веточка, от нее уже идут в стороны из одной точки или из разных точек какие-то уже боковые такие отросточки. И вот эти сами зернышки чаще всего, они в таком более висячем положении находятся. То есть они уже вот свисают вниз. Где-то может вот через даже стебелечек перейти. То есть абсолютно разное может быть расположение. Если это принт, то вы смотрите по принту. Мы, конечно, сейчас сделаем только какую-то часть вместе, потому что одинаковые вот эти вот у нас ветки. То есть покажу на одной какой-то ветке. Главное, что я покажу, это как сделать стебель и покажу, как сделать случай, когда видно третье зернышко, само среднее, и когда только вот эти вот чешуйки видно. Но здесь вы можете свою фантазию проявить, то есть по-разному вот эти вот могут зернышки располагаться. На принтах я видела, например, букет с васильками, с ромашками, и где-то по бокам вот в качестве травинок тоже бывают вот эти вот веточки овса. То есть я думаю, что такие веточки вам пригодятся. Если мы посмотрим вот на этот большой кустик, то в принципе можно сделать где-то тоже лист такой довольно, он может быть и длинненький, и заходить выше даже, чем вот это соцветие. Где-то может в бок отходить. Ну уж на принтах очень редко, конечно, вот эту часть изображают. То есть чаще всего только вот сама вот эта вот веточка с зернышками. Итак, вот примерно такое у нас получится, как деревце. Где-то можно даже ближе вот сюда, вот к кустику, к самому расположить, чтобы у нас не только в сторону шли, где-то вверх вот так вот. То есть очень-очень разные может быть расположения. Итак, как можно сделать стебелек? Мы сейчас посмотрим с вами разные способы. Я беру обычную иголочку для шитья, чтобы не было большого очень ушка. Можно взять в две нитки, если это мулине. Если это ирис, то, соответственно, одну ниточку вы берете. Мы сейчас посмотрим с вами стебельчатый шов. Посмотрим шов в раскол и шов назад иголку. То есть я вот думаю, что вот все эти швы, ну, каждый по отдельности можно применять. То есть один какой-то шов вы выбираете, этим швом вы делаете всю работу. Может быть еще стебельчатый шов обвитый в том месте, например, где более толстый такой стебелек. Можно идти вниз головой так скажем. Тогда мы делаем стежок где-то в половину длины вот большого стежка, и там, где кончается предыдущий, туда выходим. В этом случае мы можем даже вот пальчиком снизу себе немножко помочь и как бы вот сюда вперед ткань приподнять. Можно делать стежки чуть длиннее, можно делать чуть короче. Главное укладывать их ровненько, так чтобы один от другого не отходил. То есть вот тут у нас идет более длинный стежок. Здесь у нас идет стежок до начала следующего. И я вот таким способом сделаю до той части, где начинаются уже веточки. То есть вот у меня получился стебельчатый шов. Он довольно ровненький и аккуратный. Если вы хотите сделать, чтобы не было видно вот этих стежков совсем, то можно использовать обвитый стебельчатый шов. Можно прямо вот из этой точки начинать. Можно зайти сначала в ткань, начинать из ткани. Дальше мы уже не прокалываем ткань, а как бы проходим под двумя вот этими стежочками. И у нас получается обвитие двух стежочков. За счет этого получается более такой как бы округленький и более ровный стебелек. И он будет немножко толще как раз. Ну, если вот таким способом делаете, то, конечно, вы доходите уже до конца. И в конце уходите в ткань. Ну, туда можно уйти, где вот начинали. То есть уже будет более выпуклый и более такой округленький он. Получается этот шов, не видно каждого отдельного стежочка. Я эту ниточку отрежу, потому что дальше мне удобнее сверху начинать. То есть вот таким швом вы можете делать все веточки. Там, где более тонкие веточки, можно делать не в две нитки, а в одну. И где-то можно не использовать вот это обвитие, а делать только просто стебельчатый шов. Дальше покажу шов в раскол. Шов в раскол, когда мы делаем, то лучше ниточку немножечко вот так закрутить, если их две, потому что мы будем прокалывать чтобы две нитки как бы не расходились между собой и не получались такие две, как рельсы отдельные. То есть я прокалываю, ну буквально заходя на 2 миллиметра вниз, и дальше делаю следующий стежок. Но опять-таки стежки могут быть разной длины. Это похоже на обычный как бы шов такой из обычных стежков. Но здесь за счет того, что мы прокалываем предыдущий стежок, нет промежутков между стежочками. И он получается вот этот шовчик более ровненьким. Называется шов в раскол, потому что мы как бы раскалываем предыдущую нитку. Можно даже и когда у вас нитки ирис, например, то есть она одна ниточка, но все равно ее можно проколоть, потому что она свита из нескольких ниток. То есть не обязательно должно быть две нитки, как вот в данном у нас случае. То есть это шов в раскол. И третий вариант, это можно делать просто швом назад иголку, но ну, я покажу все на этом же вот стебельке. То есть возвращаемся назад в ту же точку. Здесь уже мы не прокалываем предыдущий стежок. Опять идем вперед. Возвращаемся в ту же точку. Опять-таки стараемся, чтобы не было промежутков. Но здесь все равно видно все-таки вот эту точку, где у нас заканчивается предыдущий стежок и начинается новый. То есть вот шов в раскол в этом случае помогает этого избежать. То есть вот такие стебли, которые у нас идут как бы основные, можно делать либо стебельчатым швом, либо швом в раскол, либо швом назад иголку. Но я думаю, что лучше какой-то один шов везде использовать, чтобы не было заметной какой-то разницы. То есть я вам показал на одной работе три разных варианта, вы используете какой-то один. Там, где у нас идут уже вот такие веточки каждому зернышку, они очень часто изгибаются и как бы даже идут вот с небольшим таким изгибом и отходит немножко от ткани, можно использовать просто стежок, причем не сильно затянутый, вот тут я по изнанке вернусь, и делать вот такой свободный стежок, то есть он просто в воздухе у нас находится. Если мы возвращаемся назад, то лучше возвращаться под стежком. Дальше, допустим, я хочу сюда перейти. Здесь я могу сделать маленький-маленький стежочек. И сделать вот к этому зернышку тоже такую воздушную протяжечку. Если хотите, вот эти протяжки тоже, конечно, можно и вышить швом назад иголку, и швом в раскол. Но я думаю, неплохо будет смотреться, вот если они будут просто вот так свободно лежать, если они не очень длинные. Если, конечно, более крупный рисунок, то там лучше делать все-таки швом каким-то из тех, которые вот я показывала перед этим. Закреплять нитку лучше не там, где-то вот где кончается уже эта веточка, а я обычно возвращаюсь туда, где уже идет шов и где есть какие-то наизнанки переходы, нитки, либо переходы ленты, и там уже закрепляю вот эту ниточку. То есть таким образом мы делаем вот эти стебельки длинненькие которые на них несколько, если есть еще других веточек. Либо швом назад иголку, либо швом в раскол, либо стебельчатым швом. А вот эти вот небольшие веточки можно делать просто свободно. И будет тогда как бы более интересно смотреться сам рисунок. То есть уже будет более объемная работа и будет отдельно от, от ткани вот эта ниточка. Итак, сейчас сделаю еще несколько веточек, чтобы все-таки у нас общее впечатление было более понятным. И потом мы с вами перейдем уже к вышивке зернышек. Итак, я сделала все стебельки. Те, которые длинные стебельки, делала швом в раскол. И вот эти небольшие веточки делала, как уже говорила, таким свободным просто стежком. И сделала вот для образца уже два зернышка. То есть какие мы с вами будем сейчас делать два вида. Когда у нас видно только вот эти верхние чешуйки. И когда в серединке уже выглядывает зернышко. То есть как бы из трех частей. То есть на картинке мы видим, что где-то есть три кончика, где-то есть два кончика. Я начну как бы заново, чтобы вам было понятнее. Итак, мы будем также делать, как и у некоторых видов колосков для объема, либо французский узелок, либо плоский узел. Ну вот первый все-таки удобнее начать плоский узел сделать. Я делаю два загиба, получается квадратик такой, и прокалываю ленточкой получается вот такой плоский узелок. Я пойду вот сейчас вот по правой стороне, то есть в серединочку первого зернышка я делаю вот этот плоский узел с лица. Это хорошо еще и тем, что у нас на изнанке нет никаких лишних узлов. Сейчас мы сделаем с вами два стежочка, Расправляем ленточку, чтобы она вышла ровно. Можно лицевой стороной, можно изнаночной. Сами стежки вы смотрите уже по рисунку, либо по своему желанию. Можно делать подлиннее, можно покороче. Но я вот их делаю ленточным стежком, чтобы они были остренькими. Потому что здесь вот они такие вот заостренные везде. Лучше делать ленточный стежок. И почти из этой же точки, там же, где вот у нас кончается веточка, мы делаем второй стежок ленточный. Если вот очень уж длинная у нас веточка, вот как вот в данном случае, это, пожалуй, самая длинная, можно ее где-то вот стежочком подшить. Но, в принципе, они вот если даже потом в свободном положении в каком-то будут, уже не будет видно вот этого маркера, даже если она чуть-чуть изогнется по-другому, я думаю, тоже ничего страшного не будет. И не очень далеко отступая, делаем второй ленточный стежок. То есть у нас получается вот такой вот, ну как небольшой цветочек, но это вот два как бы вот закрывающих зернышка таких вот листика или чешуйки. Дальше. Если у нас близко идут следующие такие зернышки, можно переходить по изнанке. Если далеко, допустим, очень реденький какой-то вот этот овес, то можно отрезать и делать заново новой ленточкой. Ну Но вот я все-таки перейду, у меня не просвечивает ткань. Если ткань просвечивает, то тогда, конечно, лучше отрезать, если большой вот такой все-таки переход. То есть, если лента уже в работе, не начинается только вот лента новая, то тогда мы делаем французский узелок, а не плоский узел. Тоже где-то в серединке вот этого зернышка. Французский узелок, ну, примерно они дают одинаковый объем, вот что плоский узел, что французский узелок. Сейчас я тоже пока сделаю два стежочка, вот уже на следующем буду показывать три стежка. То есть мы делаем довольно затянутый, остренький ленточный стежок. Если нужно где-то подправить, его подправляем и почти из этой точки выводим второй стежок мы должны закрыть обязательно вот этот французский узелок, иначе будет некрасиво, если он будет где-то выглядывать. Так, и затягиваем. Вот иногда меня спрашивают, вот почему получаются вот такие листья, например, не очень красивые. То есть нужно обязательно затянуть посильнее. И тогда получается остренький-остренький кончик, и он уже смотрится совсем по-другому. Дальше перехожу к следующему. Можно, кстати, двигаться наоборот сверху вниз, может быть, так удобнее будет. Так, здесь мы сделаем с вами и средний тоже стежочек, то есть это будет как зернышко у нас. Вот этот стежочек можно делать как ленточным стежком, так и прямым. В принципе, вот само зернышко, оно может быть уже быть не таким острым, ну вот я сделаю все три все-таки ленточным стежочком на этом образце, а на следующем давайте сделаем прямым стежком. То есть первым стежком мы как раз закрываем полностью французский узелок. Это у нас само зернышко. Дальше близко-близко к нему мы делаем еще два тоже таких же остреньких. Хорошенько подтягиваем. Два стежка с двух сторон. То есть нижний обязательно тот, который в центре. Вот эти стежки, они могут быть одинаковые все длины. Могут быть чуть-чуть покороче. Вот я, наверное, все-таки немножко коротковатый сделала первый стежок. То есть должны быть вот так вот три стежка рядышком и один вот в центре. То есть тут уже у нас получается вот среднее, оно как зернышко. Так, и вот тут вот давайте сделаем еще один. То есть начинаем всегда мы с французского узелка. Если вы считаете, что не нужен объем, в принципе, вот когда три стежка, то они уже сами по себе неплохой объем дают, можно и не делать. Если у нас среднее зернышко будет прямым стежком, то можно его делать наоборот вот от конца. Тогда у нас пойдет следующий стежок более экономно. То есть мы вернемся вот сейчас сюда к веточке. Это у нас центральное зернышко. И здесь у нас кончик немножко уже более округлый получается. Дальше почти из этой же точки выводим два ленточных стежка по бокам их делаем. То есть вот эти стежки, они уж точно должны быть остренькие. А вот средний стежок может быть как острым, так и немножечко таким округленьким. То есть можно его делать прямым стежком. Но главное, что вот эти два закрывают, ну вот почти полностью они закрывают, то есть чуть-чуть выглядывает вот это вот среднее зернышко. Чаще всего все-таки я вот на принтах видела, когда только два вот таких кончика, то есть среднее зернышко вы можете делать, можете не делать. То есть все равно вот этот общий вид уже становится понятным, что это овес. Итак, сейчас я закончу все остальные Зернышки где-то буду делать, центральное зерно где-то не буду делать. И покажу вам общий вид уже, чтобы было видно и понятно, как выглядит вот такое растение. Итак, я закончила делать все наши зернышки. Вот что у меня получилось. Где-то я делала из двух стежков, где-то делала из трех стежков. Были моменты, где у меня ленточка ложилась с изнаночной стороной, оставляла изнаночной стороной, то есть можно делать и так, и так. И лицевой стороной ленты, и изнаночной, если вы не любите блестящую ленточку. И вот у меня остался совсем небольшой кусочек, сделаю листик, опять-таки, из той же самой ленты. Если по принту, допустим, зеленые, может быть, еще листики, можно делать, конечно, и зеленые листики. Поскольку здесь у нас нет такого стебля, который мы обычно прокалывали, когда делали листик, то можно просто вот ну, рядом со стежком вывести или тоже немножко ниточку вот здесь зацепить, кончик нитки, чтобы у нас листик, опять-таки, был не совсем отдельно от стебля, то есть между двух ниточек можно вывести ленту. И делаем, ну я сделаю не очень большой листик, здесь вот на картинке такие гораздо более крупные листья. То есть если на принте, например, листик большой, возможно даже лента 12 мм будет нужна. Если он вот так вот охватывает, особенно вот это соцветие, то есть уже смотрите по ситуации. То есть, но ну, я как обычно сделаю вот один или два листика просто, чтобы у нас был более законченный вид у нашей картинки. Здесь вы видите на изнанке. Я обычно показываю всегда изнанку. Ну, довольно много вот таких переходов, потому что я между соседними вот этими зернами делала переход от одного к другому и ленточку не отрезала. Итак, вот такие два небольших листика мы сделали, и у нас получился овес. То есть мы подводим итог нашей серии мастер-классов. Сделали мы с вами четыре вида колосков разные способы исполнения самого колоска, разные материалы, разные виды остей, как мы их делали из разных ниточек. И также вот я решила добавить овес, потому что все-таки, я думаю, может вам встретиться такая зерновая культура тоже. Итак, на этом мы заканчиваем нашу серию мастер-классов по вышивке. Колосков и других зерновых культур. И увидимся мы уже в новом мастер-классе. Желаю всем больших успехов. Вышивайте вместе со мной. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Итак, с вами была разжевалова Наталья. До свидания, до новых встреч.